Потом все началось от него. Слово сердце нас. Thank you.
Пойдем защитим. Высока Татьяна, Бугульмагиевая работа. Готовится Булахметов. Подъем защита. Кислицкий Егор, вторая попытка. Готовится Галюндин. Булахметов Рушан.
Третья попытка. К следующему месту готовится Фарихов. Thank you.
Подъем защита. Подъем защита. Савельева Валерия. Третья попытка. Неудачная попытка. Установите 40 килограмм. Концов Анатолий, вторая попытка, весь тот же. Концов Анатолий, вторая попытка. Чинцов готовится. Чинцов Анатолий, третья попытка. Подъем защита. Все попытки использовал Виктория. Следующий вес 43 килограмма. Подъем защита. 45 установите. Концов Анатолий, город Набережные Челны. Третья попытка, готовится к изготовлению. Подъем защита. Вес тот же, Гизатуллин найдут. Не-не-не-не. Миш, помоги. Подъем защита. Установите 50 килограмм. Камалетдинова Регина, Набережные Челны, первая попытка. Готовится Чекалёва. Защита. 51.
Алексей. Вторая попытка. Не справился с весом спортсмен. Есть еще одна попытка. Больше заявок на этот вес нет. Мальников Алексей. Город Елабуга. Третья попытка. Объем засчитан. Все попытки используем. Метров 55 установите. Неудачная попытка. Вес тот же. Чикалёва Екатерина. Вторая попытка. Защита. Кабалентинова Регина, третья попытка. Не справился. Установите 58 килограммов. Результат можно 50. Чикалёва Екатерина, набережные Челны. Третья попытка. Не справилась с заявленным весом 60 килограмм. Подъем защиты. Подъем засчитан. Подъем засчитан. Все попытки использовал спортсмен первого упражнения. На этом соревновании спортсменов первого упражнения закончено. Перерыв 5 минут. Thank you.
Шаймухаметов, Дамир, вторая попытка. Thank you.
Один защита. 38, ловкий заворачивает. Что ты? Вес тот же. Лысова Татьяна. Первая попытка. Здесь тот же.
вторая попытка. Готовится Антонова. Антонова Екатерина, вторая попытка. Локти подворачивай быстрее. Сидите ножками!
да? Руссо, Татьяна, тоже дубль Марс, третий попытки. Ровненько не торопись ножками. И держи, держи, держи. Подъем защиты. Все попытки использовала спортсменка. 42 килограмма установили. Thank you.
Держи, держи. Неудачный этап у меня. Больше заявок на этот рейс нет. 2 минуты представляется в итоге для подготовки к третьей попытке.
Подъем засчитан. Thank you.
Галютинов Ильнур, город Бульман. И победитель весовой категории 45 кг. Кипетов Герман, город Белаука. Фото на память. Третье место. Фариков Вадим, Елабуга. Сумма 74 кг. Второе место. Гонцов Анатолий, Набережные Челны. Сумма 81 кг. И победитель. Гезатулин Айнур, город Кугульма. Сумма 100 кг. Фото на память. Спасибо. Следующая весовая категория 55 кг. Второе место. Мыльников Алексей, город Елабуга. Сумма 126 кг. И победитель в этой весовой категории, кандидат мастера спорта Семен Толотов, город Елабуга. Сумма выигрывания 150 кг. Фото на память. С этой стороны давайте. Спасибо. Награждает девушек сегодняшних соревнований весовая категория 55 кг. Одна участница Екатерина Антонова, город Кугульма. Сумма боевая 70 кг. Фото на память. Спасибо. Следующая весовая категория 59 кг. Второе место. Ченцова Виктория, город Кугульма. Сумма боевая 90 кг. Победительница в этой весовой категории Валентинова Регина, Набережные Челны. Сумма боевая 115 кг. Спасибо. Следующая весовая категория 64 кг. Одна спортсменка является победительницей. Татьяна Алсова, город Кугульма. Сумма боевая 71 кг. Награждается грамотой, медалью, кубком сегодняшних соревнований и аплодисментами своих соратников.
Спасибо. И заключительная весовая категория 71 килограмм. Второе место. Савельева Валерия, набережные Челны, сумма появилась 80 килограмм. И победительница в этой весовой категории. Чекалева Екатерина, набережные Челны, сумма появилась 125 килограмм. Спасибо. На этом церемония награждения спортсмена закончена. Всем спасибо. Представляем спортсменов, участвующих во втором потоке сегодняшних соревнований. Весовая категория 61 килограмм. Любимов Владислав. Ванзаба Руки, набережные Челны. Зуев Роман Ульман. Исамов Авазбой, Челны. Весовая категория 67 килограмм. Егоров Всеволод, Челны. Гараев Зульфат, мастер спорта международного класса, Челны. Весовая категория 73 килограмма. Ахметшин Раиль, набережные Челны. Наумов Александр, Улыбан. Кучинский Егор, Улыбан. Буянов Михаил, набережные Челны. Серебров Никита, Бугульма. Весовая категория 89 килограмм. Ослов Данил, Бугульма. Весовая категория 96 килограмм. Головкин Владислав, Бугульма. Весовая категория 102 килограмма. Иванов Эдуард, набережные Челны. Участники представлены.
50 килограмм. Thank you.
Все попытки использовал спортсмен установить 75 килограмм. Полное сам почувствовал, но он делает. Жестче ножками. Подъем защиты. 77 установите. Подъем защиты. 80 установите. Легко справляется с заявленным весом. Зуев Роман, третья попытка. Полная стопа, стопу чувствует, высоко. Спиной вещи подрыли. Жестче принимает. Не справился с весом. Закончил выступление с результатом 75 килограмм. 82 установили. Подъем защиты. Все попытки использовал спортсмен. 85 установите. Осло, Стамбул, город Бурма. Первая попытка. Диск убери, Подъем защиты. Вес тот же. Исправился с весом. Закончил выступление с результатом 80 килограмм. Следующий вес. Гурьянов Михаил, 67-го года рождения. Посчитали, сколько лет? Самый перспективный. Ну, я говорю, самый перспективный. Ведь просто молодежи просто посмотреть надо, как выступает. Все, вот, 91 килограмм останавливается. 91? 91. Город Бугульма, вторая попытка. Подъем защиты. 105 килограмм.
Подъем защита. Сто десять установите. Иванов Эдуард, кандидат мастера спорта «Набережные Челны». Перезарядка. 113 установите. Вторая попытка. Любимов Владислав.
Вторая попытка. Сильнее на место.
Подъем защита. Севрюков Никита, Ульман, первая попытка. Thank you.
Подъем защита. 95. Наумов Александр. Тюрьма. И попытка. Thank you.
Вес тот же. Головкин Владислав. Вторая попытка. Подъем защиты. 150. Вес установлен. Гораев Зульфат. Вторая попытка. Вес тот же. Головкин Владислав, город Бугульма. Заключительная третья попытка. Мастер спорта международного класса Зульфат Гораев, город Набережные Челны. Представители команд подготовить спортсменов для церемонии награждения.